Чистка дозатора рулевого в полевых условиях. МТЗ 892. Вот эту крышку снимаем. Тут штопорное колесо стоит. Я уже его снял. Вот. Вот, сняли. Угу. Тут нам надо поменять резиночку. Сейчас. Опоры какие? Такое уплотнительное кольцо. И вот тут у нас еще уплотнительное кольцо есть. Вот оно. Это две штуки надо поменять. Кручим болты все. Шайба тут. Так, я ложу сюда. Грязь есть какая-то. Так. И вот сам дозатор. Сейчас помоем его. Разобрали. Вот эти дырочки, самое главное, были чтобы чистые такие вот. Но они, по-моему, грязные на все. Бензином. Керосином вообще-то. Керосином моем. Убираем. Печку ставим. Поставим крючка. Теперь моем сам дозатор. Thank you.
эту херню. Давай, блядь, бутик. Надо масло брать. Маслом смазывать и вставлять назад. Давай. Смазываем. Маслом везде. И вставляем, чтобы вот эта вот пружина, называется пластинная пружина, вот она, чтобы она была вот так вот. А вот этот шпинтик вот так, с той стороны. Ага. Как вверх, так и вставляем. Достаток так ставим, чтобы оно вот так вот было. Вот, все, поставим. Что у нас за резиночка? И это ставим, чтобы она была у нас вот это параллельно к этому. Вот так подобрать, чтобы оно. Вот оно. Шайба. Запоминать крышку, как она стояла. Держите. И чук сюда. Чтобы не выпало вот это. Угу. Thank you.
вставляем крышку. Водичка. Ну, то все, что парим. И все. Лучше, чем новый.